Что вы записываете в нем? Тут не должен чинить, придурок. Да пошел ты со своим дробовиком. Не бани этого фигня, слышишь? Блять! 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 Не обманывай друг! И яйц! Что за ждать других игроков, блять, это не важно. Ай, больно в ноге! Черпение! Вышел отсюда! Записывай. Привет всем подписчикам канала Game Adventures, вы смотрите смешновки, с вами Айслейд, Булкин и Лолита, Лолищики, короче, дело в том, что у нас сходочка с нашими подписчиками, организованная пабликом типичный Game Adventures, с нами сегодня играют наши подписчики, давайте по очереди, значит, Игорь, Лолита, это вообще какой-то ебан непонятный, а пошел ты вон, Илья. Окей, Сергей, поздоровайся. Всем привет. А дальше у нас идет Убиван 1333. Это я. Бенд Кэт, ну это котяра. Тут. Ну и Завитал 3. И это я. Ну и Булкин там лагающий, ну 200 метров сзади. Подожди, чё был этот? Подожди, кто кого-то... А Саня, Окти, Тони, Тони... Потерялся. Но у нас есть один слот, если чё, может прыгнуть. А, такой для меня нужен еще слот. Ну так вот, короче, мы будем, собственно, круизить. Давайте так как-то организуемся. Давайте будем ехать только по правой полосе. Сергей, постройся сзади меня. Там все будут орать, чё вы опять не с этой? Нормально, сначала надо было организовать, все, потом вот это, потому что волос. Это сейчас было, не нужно, это не нужно, такое еще не нужно. Я какой-то петух ударил. Так, нам направо, а потом направо. Спасибо. Направо и направо. Что за идиот меня бьет? Короче, соблюдайте дистанцию примерно корпуса 2 между друг другом. Я первым поеду, мне надоели вы. Давай, едь первым, только ты дистанцию соблюдай. Инвайт, пришлите кто-нибудь. Булка, иди, закопайся, короче, там где-то у себя, в каморке. Какой каморке, какой пацан? Слушай, в каморке закопайся, у нас тут подписчики стесняются вообще. Что-то там Бендкэт как-то стоит на 2 мили. Давайте остановимся, короче. А, кстати, чего все прыгает? Инвайт, пришлите. Потому что коннект плохой. Хорошо, сейчас пришлем инвайт, обязательно, хорошо. Какой Бендкэт? Да вы задолбали бить мою машину, идиоты. Такие все сегодня добрые. Мы все сегодня психованные, потому что S-Drive Unlimited 2 не дает нам нормально сконнектиться. О! Что? Сказал чувак, который под землей. О! О! Теперь он. А чего под землей? У меня только. У меня все лагают, кроме Бендкэта, Ильи и. И все, остальные все лагают. Ну, не знаю, у меня только ты лагаешь, и еще там кто-то сзади. Пожалуйста, не бейте в жопу, мы едем только по правому ряду. Ребят, ну Булка, что ты творишь вообще? Мне уже всю задницу испортили на машине. Тихо-тихо, короче, тихо, бёрнаут на перекрестке. Бёрнаут на перекрестке? Да, вы поехали, вообще не в ту сторону. Я за Сергеем еду, он не знаю, он тут хорошо ведет. В принципе. За кем я? Веди меня, чувак, под землей. Я. Что? За Саней. Мы заранее извиняемся перед теми, кому не хватило места, потому что... Илья! Что? Вайт! Я убью сейчас нахрен! Именно Илья! Стоим, ждем! Тот... Стоим, ждем! Сейчас я инвайт именно, кину. Именно Илья! Все, кинул тебе инвайт. Все, Сергей, мы догоняем. Сергей, давай. Есть, короче, аккуратно. Ох, тебе удобно под землю там? Да блин. Держим дистанцию один... Держим дистанцию 1-2 корпуса, едем только по правой полосе, соблюдаем скоростной режим, едем по светофорам, Булку не слушаемся, не обгоняем. Игорь! Ну, хорошо. Я вчера смотрел блок Эрика Давидыча, так что все понятно. Кто был Оби-Ван? Я. Вас зеленый, что вы тормозите? Куда вы? Налево? 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 Да, налево! Все нормально. Тихо, держимся. Держимся. Держим полосу одну. Илья! Что? Лагаю? Да ты мудак просто, нет, не лагаешь. Не лагаю. У меня нет. Не, не тормози. Красный? У меня лагает. У меня Булка под землей. Идите в задницу, короче. Все, ладно, все, едем без светофоров, а то это жесть полная. Короче, тех вообще Булку не вижу. Да я не знаю, я проезжаю мимо. У меня Булка как призрак под... Еще меня этот Сергей и Серега постоянно бьет в жопу. Давай быстрее сзади эту пробку. Сзади мем. Короче, у меня лагают... На светофоры, внимание, не обращаем, без светофоров едем, а то каждый раз тормозить, мы все будем друг в жопу визжать. Расфантазировался что-то, Как передача была перехвачена? Если такие с нормальными машинами, я один разбитый весь.
Да мы все тоже разбиты. Вы слышите, сейчас подписчика до слез довели. Какого подписчика до слез довели? Кто-то плакал? Он сказал, что направо, 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 вот туда, вот правее, 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 правее. Вот да, туда. А человек нарушает правила? Я вообще нормально. Идиот. Ой. Булка, ты всех заебал уже, ты можешь ехать нормально? Ты, блядь, один едешь нормально. Я не понял. Хватит лагать. Ай-яй-яй. Главное, что я уринер лагаю, а остальные-то и ладно, потерпи. Держим дистанцию, вот примерно, которая сейчас между мной и Сергеем и Лолитой. Что ты делаешь? Булка, не вклинивайся. Ладно. Пидорас. Уебал. Иди ты. Все, все, у нас круиз. У нас круиз, все, отлично. Круиз вот. Лолита, не выпендривайся. Не подавай другой пример нашим подписчикам. Какие подорожники подписчики? У нас вообще сходка. У нас этот Мустанг Клаб. Этот гной на меня уже всю машину расхерачил. Саня, привет. Кому там показывал сейчас? Если у тебя машина раскирачена, то посмотри. Чего ты на меня зыришь, член? Ой! Да, кто? А кто там через лес едет? Я перепутал кнопки и нечаянно вышел в карту, извиняюсь. А почему там этот Витао через лес едет? Да, ладно, ему там хорошо. Да что ты меня в жопу бьешь, задолбал? Да Витао там медведи ищет. Че, кто бред? Едь впереди, ты меня бесишь. Сначала ты меня бесишь, да я впереди поеду. Булка, пожалуйста, убери мотоцикл и хватит всех таранить. Мы хотим нормально покататься, ты единственный лагать. Тут... И хватит лагать, да. У нас еще сейчас будет небольшой круизик так, минут на 15. Дебил меня на мустанге в жопу ударил. У нас будет сейчас небольшой круизик минут на 15, потом мы через 15 минут попробуем организовать состязание и покататься в онлайне. А я кушать пойду. Кто так сидит? Ай-яй-яй. Ну когда топить можно уже? Никогда. Игорь! Чё? Когда топить можно уже? Да ты где? Игорь, кей инвайт. Ну ща, погоди. Только у меня какие-то дебилы опять бьют зад, задолбали. Извини. Ну я кинул. Так, кто у меня теперь лагает? У кого-то, кстати, попугай чирикает. У меня кошка. Кошка чирикает? Кошка чирикает, да. У меня только жена орёт. А, это кот сказал, это его жена. Слышь? Ха-ха, да, ты нормально говоришь. Зихали, говорит. Тормоз, тормоз, тормоз! Ты лагаешь. Какой тормоз? Тупо-ёба, сука. Короче, направо. Полиса не надо, подре... Чё, полиса не надо? А, это тут... Полиса тупая. Полиса? Скотина тупая, алё. Он сказал, полиса тупая, всем... Да меня задолбал какой-то идиот вообще, постоянно меня бьют в жопу на мустанге. Бог, я хватит мне там показывать, это, палец средний. Идиот, ну так вот, собственно, мы катаемся сейчас в Тетрис Полимита 2, как вы видите. Да. А, у нас тут есть подписчики. Это самые веселые смешновки. А, это смешновки? А, да. Эй, Оби-Ван, у тебя дверь открылась. Закрой. Уебан ты сказал или нет? Эй, уебан. Да ты пусти это. А что за хуйня? Куда я поехал? Мне кажется, я немножко пропустил момент поворота. Да, это чё, вообще куда-то Макдональдс уехал. Макдональдс уехал. Сейчас налево, я заранее подготавливаю. Повернись как-нибудь поаккуратней, нормально соблюдая дистанцию налево. Когда мы выйдем на трассу, чтобы можно было прийти? Я в Париж. Ой. Ау. О, Макдональдс. Это вот. Давайте в Макдональдс зайдем, я кушать хочу. Это я кушать хочу. Впереди меня два мустанга друг друга. Давайте в Макдональдс зайдем, я кушать. Один на я кушать хочу. Может туда жвачку выкинуть? Выкинь, пожалуйста. Да, выкинь, пожалуйста, жвачку. Вот сколько можно уже, смотрим, смешновки какие уже. Там все жвачка и жвачка. Булка, я тебе жопу порву, когда ты ко мне придешь. Что? Оболван, не тарань. Ты затрахал уже, честное слово, я... Когда Илья приедет, я не приду к тебе домой, мужичок? Блин. Чувачок, чувачок. Булка, возьми, пожалуйста, машину. Ладно, без проблем. Куда Серега поехал? Не знаю, да, без, кстати. За помидорами. Короче, Игорь, давай, веди, все, все за Игорем. Точнее, ну, по очереди, короче, все за мной, за Игорем. Ну чё, ну блин, ну да, чё такие медленные? Угоняйте меня. Нельзя топить у всех мустанги. Блин, просто денег нет, не на что. Ну, бомжи.
Нет, есть он. Я же тоже первый. Ой, выпендривайся, встались на этого. Байкера. Да байкер. Типичный булк. Типичный да байкер. Я его только под асфальтом вижу. Чего, дерево под асфальт заложил? Да. Дайте инвайт, Илюш. О, подождите, я машину нашел где-то тут. Илья. Заброшенную, подождите. Вот давай сейчас, вот нашел время искать машину. Короче, не смотрим на него, все едем за мной, продолжаем ехать за мной. Я в камень врезался. Илюхинсон, дай инвайт, а? Иди в жопу. Пацаны, она где-то рядом. Илюхинсон. Вот там Игорь вишет Лолиту, вот она, идиот. Вот тут. Лолита. Илья, дай инвайт. Лолита. Илья. Сань. Окей. Я сейчас чешу глаз, я извиняюсь за отклонение от маршрута. Все, я вернулся, Лолита, извини. Давай, забьемся. Инвайт, алло. Илья, инвайт. Ой, господи, кинь ему инвайт, пожалуйста, Игорь. Сейчас. Блин, я куда-то улетел. Все, кинул. Спасибо большое, люблю тебя. Давай. Не Майами Хэри звонит. Алло. Михэри? Да. Так, сейчас направо. Дебил налево поехал. Так, все сдрисните с дороги, царь едет. Алло. Царь лагающий. Алло, царь лагающий. Алло, все с дороги, вон. Царь был. Какой царь? Шел. Жалко, я земля, который? Илюш, привет. Здорово. Ах ты косожоп. У него одного булки не прыгает сейчас. Ну, у меня тоже прыгает он. Как вы не поймете, кто у меня прыгает, тот и... У меня не прыгает, только Сергаяв не прыгает, а Айслейд не прыгает, и Бенкет не прыгает. Что ли? Вы можете не жестить, вот число уже. Илья, давай как старый дом. Короче, ладно, организуйте кто-нибудь гоночку, давайте сейчас все инвайт примем, пойдем гоняться уже, затрахало все. Давайте поедем быстро. Как там? Вот, да, соглашайтесь все. Да, Оби-Ван отклонился, заново создавайте. Все соглашаемся. Ой, я ничего не карту вышел. Ожидание игроков. Так, говорю, все соглашаются, вы все... Да вы идиоты, зачем эту-то гонку, господи? Как хочешь, нет? Вы можете нормальную онлайновую гонку создать? А, хотя да, ладно, давай сейчас создам нормальную онлайновую гонку, сейчас. Кто мне звонит в скайп, алёрхи? Все под контроль, алё. Что за бумбот звонит? Мне бумбот звонит. Что за бумбот? Ну это бумбокс, только бумбот. Бумбот, алё. Алло. А кто это? Это я с раскладушки опоздал. Ты с раскладушки опоздал? А у тебя кровати нормально нет, что ли? Нет, сломался. А все. А чё я один? Дева, алло. Алло. Дева, алло. В лесу. Либо собираем. У кого эхо? Да, у кого эхо? У нас тут три черных грибника, вот три серых и один серый. Белый нашли, белый наш. Саш, задолбал лагать. Илья. Что? Гонку созвозу. Ты как идиот выглядишь. Так, все принимаем инвайтик сейчас. Хорошо. Ой, не то принял. Так, сейчас у меня кто-то, кого-то, какую-то. О. Вы где находитесь, в каком районе, алло? Приморск? Да, Комендантская площадь и улица Савушкина, 127. Ты придурок, я записываю! Квартира 10. Я не буду это вырезать! Кто Бугатти Верон взял, кому же член оторвать? Бугатти, что потасуй себе? Алло, Бугатти? Алло! Сергей, нельзя на Бугатти. Сесть в машину, можно Бугатти? Все, берем машину первого класса, какого она там? Почему я с ним? Можно, пожалуйста, мне играть? Я один с Игорем. Я один человек. Мне Иванчик, кинуть. Так, все, сейчас разберемся, не будем сидеть. Устану пройти. Меня всегда угоняют. Вы можете по очереди вообще говорить? Алло. Даже сиделись. Четыре человека только есть. Как пригласить людей сюда? Знаю. Те, кто лагает. Почему меня света угоняют? Кто лагали, тот все будет лагать. Алло, вы где? Ты задолбал. Я не могу уже, это жестоко. Алло. Чувачок. Засунь себе хуй в человечок. Чего? Бенкет здесь? Вот тут я, возле тебя. Тута. Саш, кинул. Что, в гонку не добавилось? Стой. Саш. Короче, у кого... Алло. Алло. О, Оби-Ван. Кто не поместился в гонку, у нас есть еще три места. Говорите свои дни. Я, Тони, тип-топ. Иван. Саня. Че? А, стой.
Сань, да, Сань, кинь инвайт. Ты можешь в эту гонку инвайт кидать? Просто так же через друзей кидай. На, я что-то у меня... Меня... Как... Сань, как кинься. Тебе? Понравилось. Сейчас моего... соберем, тихо, чш. О, отлично. Короче, все чуваки, у которых есть в друзьях другие чуваки, зовите других чуваков. Ну, вы поняли. Кого нет никого, друзья? Кай, откинь меня. Сейчас. Эй, красавчик. Осталось одно место. Саня, красавчик. Киньте меня. Меня. Два места осталось. Киньте, алло. Малыш, ты меня пугаешь. А как я выгляжу, я забыл. Завитау 3, киньте. Так дебил. У кого Завитау 3 в друзьях есть? Ни у кого. Ой-ей. У меня есть. Вот добавляй его сюда, приглашай его. Возьми. Меня кто-то добавит, пожалуйста. У нас два места. Убиван, у тебя говно машина. А что за она? Я негр, по-моему, да? Чего свои подмухи нюхаешь? Кто негр? Где? Подожди, дайте посмотреть, где он? Что ты делаешь? А, ну ты красавчик просто. Нет, ты пропал. А, вот ты. А, нет, это... сейчас, подождите. Кто Витау? Витау кто-нибудь кидает или нет? Сейчас, вижу, вижу. Я тебе кинул 5 раз. Алло. Он не принялся, яма. Господи, что это за херня? Вот так вот со типичный Game Adventures организовывает сходки в играх. Кинул. А чё это за говно? Илья, чё у тебя за говно? Тони, прими. А как принимать? Слушай, ребят, алло, Тарю. Кто-нибудь Vital Games может сюда кинуть? Я еще раз спрашиваю. Всё. Алло. Кинул, чё тебе не кинул? Саня, я в твою машину нет, сел. Нет, мне не кину. Эй, слышь, вылези, ублюдок. Хорошо. Меня куда же скиньте, алло. Так, Булкин на машину где? Кто? Так, все, тихо, сяда. Давайте организованно сейчас. Полностью все заткнулись, замолчали, завалили свои рты. Алло, полная тишина. Полная тишина. Кого нету в гонке? По очереди. Меня. Так, два человека. Первый человек, меня Ник. Тоже. Тихо. Первый человек, Ник. Завитал 3. Завитал 3. У кого Завитал 3 есть в друзьях, чтобы кинуть инвайт в эту гонку? Ну, есть, я ему кидаю, он не принимается сейчас. А ты... Да. Так, ладно, хорошо. Сейчас я... Сейчас сначала с Vital Games разбираемся. Так, за Vital 3 у тебя ник? Да. Вот он меня приглашает, и написано Cannot Join the Session. Я понял. Я тебе отправил запрос на дружбу, соглашайся. Я тебе буду кидать инвайты. Так, все, с тобой решили. Следующий кто? Эй, Педи, пошли за угол. Тони Типтоп. Тони Типтоп, окей. Тони Типтоп, сейчас у тебя найдем. У кота есть. А, кот, да, кот. Ты нет, ты нормальный. Кот, давай сюда. Просто приглашение же, да? Да, просто приглашение, как... Давай сюда. Как принимать-то, ё-ма? А присесть можно? Да, нет, сделать. Научите принимать его приглашение. Ну давай. Э, чё я тебе пропал? Меня телепортнуло. Да? Меня телепортнуло к машине. Ай. Подожди. Так это что? Сань, зашёл. А, нет, это я. Да вроде захожу. А, не, у меня не канале перепущен, ты более загорелый. Не коннектится? Да. Алло. Еще раз кидаю. Ты это делал? Какого хрена не коннектится? Блин, ребят, ну что за... РБ. Кинул. РБ. Принимай. О, можно присесть. А как махать? Саня. Как ты присел? Не знаю, я уже не... Я на этот... На кое-что другое похоже, я помолчу. Ну что, давай, давай за угол. Пошли. Меня. Как ты делаешь? Так, короче, понятно, походу не работает инвайты. Давайте попробуем сейчас я добавить кого-нибудь, попробуем. Иди сюда. Тони, давай. Так, завитал 3 у меня добавился в друзья, я кидаю инвайт. Витал получил. Сань, как так делать? Ну, у меня джойстик, откуда я знаю. А что еще, можно на носки встать, что ли? Короче, мы пока уйдем на паузу, сейчас мы разберемся с техническими неполадками и вернемся на связь. А, ну так вот, мы встретились, выбрали машину примерно одного класса, не считая Булка, потому что он мудак и продал все свои машины, не знаю, как он будет проходить игру. Поэтому я тоже возьму Audi. Мы начинаем гонку, раз, два, три, поехали. Значит, гонка нормальная, серьезная. Ну, блин, я не успел поменять. Да пофиг. Гонка нормальная, серьезная, без подыгрываний, без подрезаний, ну, точнее, ну, короче, жесткая. Ты говори. Булка, ты в полной заднице должен ехать, никому не мешать, потому что у тебя машина неподходящего класса. Пока. Кто продал шлюху, он был? Не надо меня толкать. Я что-то завис. Пока! На месте застрял. Полетаем. Ребят, а я в кого-то невидимого ударился. Что за хрень? Пацаны, подождите, я ударился в кого-то невидимого. Не видео. Ой, кто это был? Извини, Илья. Да ничего! Кто мне в задницу уехал? Алло. Алло. А что они там все так стоят? Алло. Делайте. Так, алло, короче, я подожду остальных. Алло. А только похопал?
Я, давай своим голосом, вот, порви их. Толик, похлопала или нет? Здоровенький, Булы. Кто с клоунфишем, Ален? Да, кто с клоунфишем, кому подрезать промежность? Ладно. До свидания, ребят. Бог, я понимаю, я просто хочу поснимать, как подписчики едут гонку. Ты можешь тебе хотя бы не мешать? Ладно, мешай, ладно, лолите. Ладно. Котенок, иди сюда. Котенок уехал. Блин, мне надо... Жене. Мне родители сейчас не то подумали, наверное. Учитывая, что они знают, с кем ты примерно разговариваешь, наверное, сейчас. Ну, да. Отлично. Сейчас еще скажу, это я Алешу так называю ласку. Алешу. Да, Алеш. Кот, иди сюда, мне нужно с тобой потрахаться. Леш. Ты сейчас крякал. Саня в марте, хорошо? По-моему, кого-то развернуло. Вот, Саня в марте приедет? Да, Саня в марте. В марте, говорю. Че, Нарти? В марте. А, Саня Мартин. В Нарни? Есть Астон Мартин, есть Саня Мартин. Да-да, именно Саня так. Саня в Нарни? Что-то вас не вали. Отличная гонка получается, кстати, да? Согласись. Власть. Такое миско прям. Буду снимать, как все будут приезжать этот поворот, короче, сейчас. Угу. Бомж. Я чекпоинт полетел. У тебя ник новый? Я чекпоинт. Сань, пожалуйста, не мешай мне снимать. И какого хрена Бендкэт не едет? Он как бы гонку. Пожалуйста, прости, я больше не буду. Меня все бесит. Меня все бесит. Ладно, я покажу. Короче, ладно, Убиван, повис, да, поехали. Алло. Алло. Алло, Вахтан? Я слушаю. Это Джим Кун. Я, алло, ты чё надо от меня? Game Adventure закрывается, пойдём. Вперёд за нас. Чё, на нас? Не, как там? Шутки Булкина идеально монтаж шли. Угу. И Саня Червининым тоже не позади, ну ладно. Чё ты делаешь, Саня? Попросил не мешать, ты подписчикам мешаешь. Чего ты... я сделал? Да мудак ты просто. Я кота выпихнул. Да кот, он просто наоборот. Что? Мне кажется ли, как-то игроков в гонке маловато. Написано 3 6. Слушайте, стоп, как? Как я? Что за... Мой чекун. Кот. Илья, ты где уже? Я уже пытаюсь догнать Лолиту и Сергейма. Серегина? Да, удачи. Ну, короче, я в другой стороне круга. Я хотел просто в тебя удариться. Я просто дерево писать. А, тут Илья вообще... Ой, Игоря вообще нет. Что ты делаешь, а? Что ты делаешь? Что ты посе... Алло! Не психуй. Сам ты... Что ты делаешь? Веселее всех сейчас, наверное, тем, кто не в гонке находится. Что ты делаешь, а? У нас осталось... У нас два круга осталось. Зачем вы в лесу сидите? Это уж вопрос. А за первое место что дают? А, ну, я лично подарю... Инвайт доты. Да. Зачем это инвайт доты? Я могу вам Бенесяна надеть. А давайте реально устроим гонку на инвайт доту. Ой. На 30 майнд. У меня их 15. Ну вот, видишь, 22. Вот как раз ты и дашь инвайт. Вот, отлично. Я дам. Хорошо, за второе место что дают? За второе место 2 инвайта дают. Окей. Что за? За третье место 3 инвайта дают. Лучше быть последним. Эй, блин. Короче. Привет, тебе плохо? Чё, степуха? Степуха? Мяу, мяу. Мяу. Свали. Окей. А чё вообще? Я Игоря вообще не вижу. Да вот он. И ты тоже свали. Его нету. Спасибо, что отправил меня между контейнерное... Между контейнерное пространство. Да, спасибо. Одно из хорошего. Магазиба. Да. Кто там смеется, типа, тихому, как будто, да знаешь... Там кто-то, вот, тот самый, который говорит, алло! Алло! Да, это он, видишь? Это точно он. Алло! Ага. Ему херово что-то. Согласен. Кстати, если я в этой серии назвал подписчиков фанатами, извиняюсь. Я уже не помню, что я наговорил, потому что психоз, нервный психоз атакует мою головную систему. Здесь это видео наберет большое количество дизлайков. Серега, притормози. Не забиваем ставить лавки. Лавки? Ну лавки, а то сидеть-то негде. Не, или как мы там их начали, в последних межовках называть, я опять забыл. Какое-то такое красивое слово бы. Хасёпы. Слушай, валит. Хасёпы это старое. Чего вы тут, так, не считайте чат, вы еще плохие.
Ауи! Что? Да это моя наркомания. Ты дурак? Сейчас закончим гонку, опять со всеми встретимся, попрощаемся и закончим. Отлично, покатушки, я просто в восторге. Я пойду поем наконец-то. Я сейчас тебе поем, наверное. Ну, кстати, я бы тоже поел на самом деле. Я люблю кошачьи. Я же хочу пельмени. Пельмени, давайте не будем говорить про пельмени. Это больная тема. Давайте, да, не будем говорить о премьере, поговорим о Sony Vegas. Сосет, потому что Sony Vegas. Серега, ну подожди. Я тебе покушать принес. Молодой пахом, я смотрю. Так вот, о премьере не будем говорить? Ой, вот еще присосался к этой фразе, вот думаешь, что кто-то засмеется от этой шутки. Давайте уже, давайте все посмеемся, чтобы Булка успокоился. Все посмеялись, все наши подписчики, которые сейчас скайпят. Я не посмеялся. Понимаешь, они сейчас с тобой, что нервного срыва, понимаешь? Алло! Мне два инвайта в доту, и все, я пошел. 3, 4, 3, 2, 1. Последний круг, какого хрена? Итак, у нас победил Сергей, он выиграл 15 инвайтов в доту. А я? А ты ничего не выиграл. Ну вот, собственно, такая у нас была гоночка. Так, там теперь отсюда... А, в лобби, да? Нет, выход. А я в лобби нажал. Ну, вот. Пока. Подожди, тут Саня остался. Так, все, теперь нужно опять сконнектиться. Все прыгаем на меня, по-моему, потому что у меня... Алло, вроде... добавьте меня кто-нибудь, алло. Да, меня добавьте, ребят. Вы где вообще все? Вообще? Проснулся. Короче, все прыгайте на меня. Мы сейчас сконнектимся, я пока запись останавливаю. А, всем привет, мы сконнектились последний раз перед прощанием, так сказать. И сейчас мы будем прощаться с вами. И на прощание мы решили проехать небольшой дрэк-рейсинг по этой улице вперед. Правда, у тип-топа будут проблемы, потому что мешает трафик. Я придумал другую идею. Заткнись. Сначала пройдем дрэк-рейсинг. Давай Ниссаны станут сзади, а Форды станут спереди, чтобы было как бы... Мы едем в дрэк-рейсинг. Ты тупой! У них мощности мало! Осёт, ты тупой! Заткнись просто молча. Сейчас автобус пропустите как-нибудь, какой, чтобы он проехал. Янчоус, а? Тони, ты зря это сделал. Пустите школьников. Сказал школьник? Алло. Да? Миша, алло, ты где? Алло, вот. Короче, понятно, Тони въехал в автобус, поэтому у нас проблема, автобус так останется здесь стоять. Короче, раз, два, три, поехали. Ёлочка, соси. Как всегда, они быстрее всех. Илюш, давай. Какой автобус? Здоровье. Я, как всегда, выиграл. Да, блин. Что ты хочешь? Алло, кто на почте сидит? Алло. На почте? Какая почта? Алло. Илья репанулся вроде. Только похлопал. Илья что-то остановился. Самое интересное, что Ниса 4 все-таки наш, потому что он додумался вместе с нами поехать в дрэк-рейсинг. Ну ладно, спасибо всем, кто смотрели наши смешновки. Да? Вы сами поняли, что сходка в ТДУ-2 это изначально, ну, задумывалось как бред, потому что с коннектом ТДУ-2 нереально нормально встретиться и поиграть. Поэтому, ну, ждите, следите за новостями на группе Типичный Game Adventure, следите за новостями в нашей официальной группе ВКонтакте. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх. Всем спасибо за просмотр, удачи и пока-пока. Пока. Алло.